Только не любят. Ладно, не буду это делать. Сразу выходим, не отходим долго. Да, не тебе, возможно, меня придется подменить. Но мы Синдра убили, чтобы вам проще было. Сейчас стараюсь самых сложных ебнуть, потом поменьше. Ну или Швала. Как бы час времени еще есть, но, бля, если этот атрибут. У меня тоже час времени. Нет, добить по-любому надо сегодня. А они там что, за лома не закрыли? Я не знаю. Не свои выводы. Вроде нет. Сейчас пройду. Мне все равно, я могу вступить. Давай, Санька. И до конца желательно. Нет. А чё? Мы по тытовке. У нас есть хапалы, два аршама, это лучше, чем два хапала. Ладно. Это стреля, ты тут? Будешь до конца, значит? Да, до конца. Не будешь минусанул. Буду. Я тоже, если что, тут я без чего кричить. Джеймс, Николь, ебали. Бетик, давай. Поставьте в карту, моним Бетика, стрелю Сэндлиса. Давайте, надо закрыть пару боссов. Чтобы там потом попроще, чтобы без меня закрыли. Стрелю Бетика, сум.
Женя, сделал тему? Сейчас YouTube загружу. Мне кажется, надо скрином. Да как я скрин сделал? Я так скинул, и все. Все, привяжи просто персонажа к нам. За кем-нибудь бегать, за мной привяжи бить. Полетит. Сенджикс на этих мобах, Турцеватель на боссе. На пул в Турцевателе. Кучава, Юрик. Давай быстрее. Юрик. Блядь, заебали мои карты долбаны. Ну лучше меня на босса поставить. На меня мелкие будут бежать, скорее всего. Если он не будет по ним бить. У него чарки на плаще нету. Ай, ну его просто сложно будет забрать мобов. Ну давай, Турцеватель, поводит. Кай бьет просто по малому, тычку там дает или что, у него быстро есть оружие? Все, короче, бьем. 10 тычек, не знаю. А, не работал. Ничего, Лимакрос не работал. Герус ПО давайте. Главное, подойдите, кто-нибудь под лицо квест сделаем. Идем квест, идем там сразу на пропа. Ну, если мы будем все оперативно делать, мы всех боссов прям бить. Со мной. Без лайфа. Так квест можно шернуть? Да, не сдавайте, нет, пожалуйста. Нет, да, нельзя его шернуть. Да, просто не сдавай. Давайте, пожалуйста, сразу. Вечно меня идут слизняки мелкие. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Отличные новости, народ! Твой ник указать, чтобы тебе шмот отдали. Ну, тебе, понятное дело, мод нет, да? Либо пусть себе ты, вам надо будет отдали. Пишите свой, без вопросов. Осколки мод. Не, осколки собрал. Да и бык на второй лав. Так не получится, надо, когда я собрал, то... Взрыв. Убежали. Нажми на сейв. Акиса, ой, не Акиса, этот хау. Отличные новости, народ. Я починил труд. Добили квест. Для подачи ядовитой слизи. Все, не сдавайте квест, пожалуйста. Надо мне. Ужасные новости, народ. Если надо добычу. Не знаю, кровь скидывай, кому кидается. Это нет, одна я не вижу. А, ну и все там. Спидвань шмотки тогда. С пола купал, не? Да. Купал. Ну, все видел, кто с меня с пола. Быстрее, он попал собрать. А, чуть-чуть помог так. Капельку. А? Чуть-чуть помог. Самая малость. Донатил? Конечно. Ну, мы всего лишь-то сколько? Два раза целката закрывали на пол. Первые два РТ, по-моему, вообще... Сколько на 8 боссов ходили? Почти в основе всегда ходили на 8 боссов. Ну блин, что ты хотел? Второй рейд все-таки был в начале сложный. Первый РТ, по-моему, мне вообще один осколок упал. Это такой... Не сдавайте квест. Не подходите к мобу, не подходите. Я уже
Взял, я взял. Все равно Бенни Бенасси далеко. Сейчас даст Бенни Бенасси и пойдем по шустрику. Шнурки вон, Бенни Бенасси. Принимай там, Дима. Ну, чё стоит, ждём? Блядь. Ясно. Кто? Да? Здесь уже встал. Проф и совет остался. А, Силаны. Чего там стоите внизу? Стреляйтесь там, чем сможете. Мы уже у профа, нахуй, нам вообще поебать. Сэнджикс на боте. Надеюсь, я тактику знаю. Коин, ты же тактику знаешь, но просто я думаю. Вам слышно, дождь мой? Через наушники или нет? Слышно дождь или не мешает? Нет, ну такое ощущение, как будто тебе на голову писают. Раз. Слышно? Да. Все, отлично. Готовность на пол тогда. Эпилог, Макс. Каску по-изморскому просят, которую по баварам. Да похер на каску. Давай лучше быстрее закроем. Все. Даю ДБМГУ. Крусователь, садись в чушку.
Центр. Джекс. Там что-то Апокал просит в ПМ Андрюхи и Пеза ФК снять, хуй знает. Во, выкинуть могу. Перебежали. Пошли. Держи, держи пока здесь. Все, води профа. Блять, мы его сейчас переведем. Ван, давай переводить поху. Так, смотрите, пельмень почти сразу в нас полетит. Этот, поэтому отбегайте в стороны. Готовь массейв. Сэнджикс и Хао. Не сбегайте сразу, стойте, где стоите каждый. Бежитесь под самый конец, не сбегайте. Бежались под самый конец только. Вот сейчас. Добили, смотрите, пельмени летят аккуратно. На них не набегите. Ясно. Кусяо, дай бэр, покуси гуси. Колбы херово разлили, мельник туда побежал. Иннер ему сразу, претендер, кусяо, гуси. И уже в РДДшников квадрат полетело. Скоро красный будет. Как раз ему РДДшники свитчат, мельник по боксу играет. Пельмени полетели. Возле ромбика один. И квадрата. Женя сейчас получишь. Или дета-тестер. Красный. По красному все РДДшники. Скибич Женя побежал. Милики, вот сейчас бейте. Лужи смотрите аккуратно. Пельмени разбежались тоже. Квадрат. Саня, хватит ловить пельмени. Ты стоишь и тупо ловишь. Когда зеленый появится, рассосетесь ромбик, квадрат, луна, все РДДшники. Уже рассосались. Держите рейн, избегайте. Очень кучно возле луны стоят, немножко разбегите. Зеленому свитнули. Подбежали к Ферита. Сбегайте под самый конец. По красному РДДшники свечивают. Типа по профу играйте до 39%, потом помогайте красного добить и переводим профа. Вен бинать. Играйте пока по профу, милики. РДДшники по лужи полетели, лужа квадрат летит. Все, милики, не свитчитесь. Не играйте тупо в этого профан. Переводим профан. 6 секунд. Блять. Пельмени. Аккуратно. Стоп. Да, стопаем. Стопнули. Уже поздно, стоп. Через гера будем зеленого убивать. Успей плюнуть. Успей. Ничего страшного. Милики, просто сразу сбегитесь всех друг к другу. И все, абсолютно все сбегитесь друг к другу. Сразу геру дали. И нажмешь массей, сэнд. И трусователь тоже. Так, по кисе СС, стой, покеда. Скоро пельмени полетят. Сейчас разбегите, потому что пельмени полетят. Все. РПДшники квадратику. Лужа чуть-чуть левее, лужа не стойте. У меня 3 стак уже, 4 скорый. Хорошо, киса первая даст, ты... Пятилок один. 4 стака. Киса, давай. Киса. С лужи выйдите. Так, хорошо. По той не закинь пятилок. Той на следующем. Отдаст диван. На пути у меликов не стойте, РДДшники. Хуёво лужи разбили, кто-то спереди стал, блядь. Короче. Я забираю, мат. Короче. Я
Уже не стоит. Смотрите, цепляет бета-тестер Хава, цепляет уже. Я на себя квадрат не ставить. Пельмень. Блять, ну зачем вы на пути Милика стоите? Мы сейчас не убьем, блин. Пизда. Переводи его через эти лужи, потому что они сейчас за вас замуруют. У меня 4 стака. Дай диван Хау по нему. По Сэнджику. Ну сама там собрал. Не важно, все равно стаки-то есть. Пельми меня отбить. Вы хотите? Вот, блин. Вот зачем ты там стоишь, Локсар, Лера, блин, ну. Ладно. Убивайся. Это ДПС там убили. На скеле. Так. Слава, готов ли снимать шмотки? Эту шмотку, кто предложит больше бабла? Кто-то выбирает. Ценник 20 тысяч предложил. Отнимаю голду. Да ладно, в гильдии это. Голду войду, обмен отнимаю. Двадцатка сэндвикс, раз. Бля. Три, кидай обмен. Я готов отнимать его, давай сюда. Ебать, 20к. Это дешево считается? Да, дешево. Буду своих. Так. Ну, за 30-40 сейчас можно купить, я думаю. Не точно, починки. Ремонт десятка, раз. Альделит 100. Раз. Альделит 100, раз. Потому что, блин, бесполезна мотка для ПВЕ. Короче, это 100 раз, 102, 103 кинет у меня на это. Слава, поднимай, пожалуйста. А то вообще не успеваю один делать. Да, Филиппа Роуэн. Я бы за 2000 продал бы, блин. Просто Сэндрик 20 сразу мне предложил влить. Я поэтому думал, еще кто-то хочет, надо же сказать. Я бы за 1000 продал бы. Остальное что такое по Роуэн, блядь? Звук никому не нужен. А есть 20 минут, мы типа в теории успеваем закрыть на фол, если не будем тупить. Давай, 10 пути гути. Раз, два, три. И у них тоже обмен. Он здесь, как ты отнимаешь. Он не понимает. Дальше, грудак. Кинь еще раз. Пусть, пусть. Никому не нужен грудак. На офстеке тоже смотрите, там пишите, если кто лоб. Плащик. 10 офф из морски. По-моему, больше не надо. Раз, два, три. Кинешь подмен. Шея. Поста меткость. Окей. Из морскому 20 сантиметров. Ой, а можно... Блять, а плащ ролился, да? Да. Я могу еще поставить на офф? Ну давай. 10. Из морскому тогда пока 10. Да, по 10. Из морскому 10 сэндвичек. Этот. И минус 10 пусть лягусь из ФТЭ. Дальше. И вот такая триня пусть лягусь. 10 мейн. Раз, два, три. Все, успеваешь все это, мать? Угу. Красавочка. Сапоги тоже мои, но только не тупите, пожалуйста. Быстрее.
Раз, два, 10 купикует. А это кожа, куда тебе привезут? Будет это кожаный так. Пристав. Чайно от меня. Да, давай, 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 время поджимает. Чистим трек. Не стоит. Че, все разъехали? Нет, три токена, паладин, жрец, чернокнижник, ролики, те, кому нужны. Просто ролики. Стой на пепелок. Дайте сюда, сейчас еще одна пачка подошла. Массивы все отдайте, в общем. Гнев небес, эфир, паладин, еще дайте кого-нибудь. Сколько тебе нужно пепелок штук? Одна, просто офсет. На всякий. Ну, если кому-то более критично, я уступлю. Нет, ну, если выпадут, я тебе такие, да, ну, по одной заберете вообще трое. Окей, дальше пойдем. Кинемся обмен по очереди. Два токена вот таких. Кому нужен? Сенджик, сопротивьте, дезотекучесть его. Ну, блядь, ну вы что делаете? Батька, блядь, прошу, времени мало. Нахуя, блядь, вы старфолы, это 100%. Ебучие старфолы, блядь. Встали, побежали, быстрее. Даже не старфолы, а люди просто побежали, сами сагрили оттуда, вот и все. Да, бичи, блядь. Сколько раз учишь, блядь, сука, не агрите всю пачку, всю комнату, нахуй надо, блядь. Это лечится, когда надо всем стоять внизу и пулять только танку одному. По-другому эта хуйня не лечится. Все равно залетают, агрят, блядь, петами своими или еще какой хуйней. Короче, токены, я так понял, очень никому не нужны. И еще один остался. Еще один остался воин-охотник команды. Надо там. Бета-тестер. Дальше. Есть такой новик. А еще новик. Вальку, а еще Вальку агрите, да? Чтобы время потянуть. Вот мы хуй что успеем так. 10 челов. Юмакс. Раз, два, три. Стол в труцеватель. Раз. Два. Три. Давайте, блядь, побежали быстрее. Или вы такие медленные. Поезд. Давай шкаф сумонем их. Они там Вальку оббежать не могут. Что за всех сумоним? Труцеватель 100 дней. Юмак 100. Раз, два, три. Так, кто-то трушеватель выиграл топор, да? Дальше. Одна ручка. Дайте обмен за своими матками. Гуси-гуси здесь. Раз, два, три. Дай обмен. Ну что, стоим по очереди. Давайте правую, потом левую пачку. Быстрее. 10 он. Стой на раз. Два. Три. Отнимешь стой. Так, ты там еще один токен выиграл. Я помню. Это говно никому не надо.
Ну, не надо. Может, кому-то надо две штучки есть. Так, пепелок и... Ну, транс не им даем пока. Пошли бить. Так, все хантишки будут на сферках тогда. Все хантишки будут на сферках. Сейчас найду сами. Все хантишки на сферках. Трусователь на двух мобах. Сенджекс на этом. Пашка, кинь еще обмен за токеном. Такие, да. Ну что, Жень, тебе лут там вернули, тебе? Все, разговаривай с ним. Под ломанч сидят. Там хуёво, наверное. О. Нэм, патчи дал Андрюхе. Культур патчи. Поставлю рыбу сразу. Сразу гляем. Вас буквально пару секунд, чтобы пожрать. Мы ладно успели. Вечера может без меня убить. Либо посмотрим, может начнут с вами бить. И быстро пойдем. Давайте, давайте. Каски. Ебашимся по ходу дела. На первый у вас сейф отдаешь трусователь ты, на второй отдаешь сэндвич. Причели, на пул, если что, давайте трусователь. Дайте каску, блин, по шаманам, пиздец. Да походу, дайте по шаманам каску, походу, вон, да. Рэнд, чуть-чуть держите, а то это все уличные. Сэндвичи прокидывайте. Побежали. Ну, молодцы, более-менее. Не зауешь, ты покидай тепло. Нужно заходить. Сенджикса прохилить. Нужно, чтобы кто-то ему сферу притянул. А, у тебя нет больше. Ты. Да, гром там следить. Бегите, дайте деру и добивайте. Сейчас мельников подбросить всех.
один. Раньше сами начали написали. Укажите, кто и что из полученной добычи получает. Нам потребуется время на проверку. Я сделаю все. Напиши 10 секунд. А что там зовут был? Разбегались трусовательно на массой. Я посмотрю. Там ботинки были. Ботинки конечно. Самое важное. Помню, сфера сейчас упадет. Я не успел поднять. Далеко, блин, канал. Забрал скулу. И что выпало? Короче, упали ботинки, пояс, как я понимаю, дух. Дух что-то, я не знаю. Крит. Дух крит. И пахнет кольцо. Мэй, но успех надо. Кому? Еще раз, два, три. Наплечники эти. Вот смотри, я линканул. Подожди, ну, подожди. Кольчуга, а это надо кому-нибудь? Просто чтобы он быстрее там сделал? Можно только ботинки. Это, думаю, не надо никому. Хуйня полная. Задеть, скотина. И вот этот пояс надо кому? Ну, пояс не надо. Пояс нужен, и пэшти пояс, если кому-то нужен. Пепелок 10 раз. 2, 3. Сейчас пришли с пепелку, скинул и скинется этот. Давай сразу ботинки на епаки. Да, давай. Сапоги. Епашка. Ну. Гуси-гуси 10 раз. 2, 3. Все, давай. Слава, поднимаем. Это что, вы хотите сказать, у всех тапки есть, алло, блядь? Ну, да. Нихуя себе. Так у нас по два рейда, блядь, проводится в неделю. ТЛК. Книг там все. Ебануться. Пацан, за 10 просто тапки топовые забирай. Нет этих тапок, тебе эти тапки на почту придут. Ну ты нов подеваете за то сейчас с плюсов. Не будет. Бля, и типа без вайпов убьем, то я с ним наличал успею тоже с вами. Очень шут рано. Поэтому давайте. Кучало сразу в хила прыгай. На первую взлетку отдает массейк у нас. Трусователь. Сенджекс, на вторую Хао, и у кого откатится, и два гимна будет точно. Вот сейчас скажу, твин такой хороший, одетый Блас, то возможно можно будет, смотри. Привет. В смысле проебать РТ? Ты же СЛП зарабатываешь, Дэйн. Плюс, заходи. СЛП получаем. Скоро тем более ЦЛК ХМ-ку будем усиленно тратить. Будете одеваться. Говорю, 6 числа будет каждый день РТ. Я буду их проводить. Ну, после что. Никто не воскресенье. Все, давай этот. Рыбу ставлю. Шпуман в смерти. Сенджикс, мой танк, трусовать рядом с ним бежит просто. Летели. Бегу. Давай быстрее. Так, большая просьба. Кто не умеет отдавать укусы, блядь? Или тупит? То лучше не срывайте первый укус. Дайте спокойно убить босса. Юрик, ты почему не... Приставал, дай чё.
и каску. Юрик, почему не Wargroom? Что надо, блин, сейчас я тэпну Долорант. Не надо тэпать в Долорант, блядь, пошлите. Слушать надо. Я слышу, я же слышу. Дайте каску локом. Все, приступим каску. Вот 5 секунд как раз вам это сделать. Каску по локам дайте. Видите, вы вышли, босс. Сбежали с ближней. Пак сразу переносите. Пак через 3 секунды и укус тоже скоро будет. Первого укушу шнурки, с паком сбежали, скучал один чуть вот. Закидывай ПС-ку по мне. Определенно. Я масло бежал. Да, у Лаксара лидит. Тени через пентакон приготовили. Куча вейнер по скилле, где мозги по хаву. Претендент выбеги, претендент выбеги. Чуть правее отойдите. Тут смотри. Буаз, встречаемся с тобой слева, там где обычно у нас квадрат стоял. Шнурки вместе с Войдом вправо. 30 секунд тени. Выйдите сразу только. Хау, выбеги. Хау, выбеги. Смотри, Буаз, тебя зачирают. Тендер Юмакс. Жаль. На эти тени закидываешь зубы, пуси-пуси. Антифир на себя, Слава тоже на себя, антифир. Все, разбежались все. Претендент выбеги, претендент. Не в центр. В центре, смотрите, будет засрано. Сбежали с центра. Блять. Сейвы все, хау тоже нажимаем на сейв. Я Тойну укушу, потому что Буаз тебя не нашел. Не знаю, где ты. Смотрите аккуратно, в лужу не сбегитесь. Сбежались. Сбежались, сбежались. Тени через секунду. Джеймс, реагируйте сразу, пожалуйста, блядь. Не будьте камчи. Претендент Иннер по Стрелизали. Юрик как откатится по Скеллиге. Укусы главное отдайте хоть кому-нибудь. Босс умирает. Эмобой хорошо дамажит. Буаз вот хорошо дамажит. Бен Бинат. Тень. Бен Бинат, Дима. Дима. Я тебя и укушу. Геру? Когда я не давать Геру. А я умер вот позже. Акт и тени будут. Тендер Токсар, пипилок. С тенями, определенно. Разбежались. Берите ранит, пожалуйста. И все, у кого есть, все уже набрали. Сейф, отдавайте сейвы свои. Не поубивайте друг друга. Помогайте хилить, кто может. Как спуститься Геру дадим, просто добейте. Дайте Геру, уже дайте, и добивайте ее. Отдавайте укусы там. Тень, тень. Тяни из морски, Дэн. Хорош. Забрал? Да.
блядь. Полетели быстро на лифе, прям очень быстро. Без тактики сразу. Все знают, что так. Сразу запускаем. Так. Не сагреди Вальку. Валька летит слева. Воин, охотник, шаман, две штучки. Подавайте, кому надо. Выпейте ее макс по одной штучке получит. Ну окей, по одной там. Дайте сок токены, все равно никому не нужны. Все, ставлю рыбу, чтобы вы чисто хп ману восстановили. Дебаф эти у босса уже сразу запускаю. Юмакс, давай. Летичка. Женя, кинь обмен быстрее. Доминал, Саша, отдай это кому-нибудь другому. Окей, я тогда ему отдам две. Стоим в рейде, если что, на трэше будет трусовать. Ага, трусовать. Не, давай пусть трусовать лучше на боссе, а ты на трэше сэнджис. Вот он. Не как мейн танк. Не знает название сюда. Стоим все, если что, в рейде. Сэнджикс, твоя задача держать трэш возле правой ноги лича. Я тоже. А, окей. Не, подожди. Главное двух трэш или лича держать. Ты трэш. Потом да, ты будешь духов ловить. Подсылай. Окей. А что, ты не пошел, ты принял, что ли, пал? Да будет так. Герои в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы... Убежали под жопу. Под жопу, по-моему, диспелит у нас скибиди. Ой, не скибиди. Давай хауки по диспелит. Под ногой как будет. Предпринимателя все на полу, если кто, чтобы не сорвались, но... Ближе к личу подведи, только смотри, не разверни, пепелок. Ничего. Чуть-чуть смехитель клевее поставил у него особо. Только вот так стояли, пломбега для меня надо было. Вон маг стоит, в мага встаньте. Тапки такой, сейчас метку поставлю. Квадраться там. Чуть-чуть левее просто будете забегать. Вау, беги за комбини, беги за пальчи. Быстрее. 3-5 секунд чего. Иначе смерть. 4% и весь рейд убегает в левую сторону за магом, где же тебя опять квадратик ставлю. От больших мобов уходим. Хантишки играют по сферам, давай в основном Джеймс. Трусователь, держи моба большого. На пул трусователя, под лицо к мобу никто не идет. С сверками убегаете с рейда. Претендер ты наверное по скиведи и кусяла пусть бегусь и из мозга стреля. Потом как Сэнджикс, на Сэнджикса повесится, задисплейте просто с него чума. На пулы не жалейте, отдавайте хунтишки. Блять. Я духов заберу, все, готов сюда. Все, иди. Сейчас ты на лече поначалу трусовать. Под лицо к духам не заходим, сейчас переходка. Под атмосферу не бегите, под лицо к духу не бегите тоже. Перебегай. Все. Под лицо к духу не бегите только. Милики. Все, все под жопу ключу, Сэнджи станчим сейчас. Трапы ледяные поставили. РДДшники отбежали. Милики пока играйте. Милики
тоже немножко разбежались, разбежали. Шнурки его хватит, остальные идите добивайте трупы. Сенджикса поднять. Кусователь, смотри, ты когда в него же не душ кастуется, можешь просто с него босса перетаунтивать. И тогда будет проще пить. Потом с него уже жнец пройдет, и он за тебя заберет. Сейчас будет и вальки сразу, и осквернение. РДТшники на не дальше круга разбежались. Вот, на край круга. Милики тоже убежали на край круга. По валькам играем. Трапы поставили, мы бой вынес. Ченька, смотрите, бежит. Миромбик. Чудо, что за стан? Хорошо. Пеньку выбиваем. Ромбик дальше. Хорошо. Давай, давай, давай. И под жопу сразу все. Ты, кстати, Сэнш тоже можешь под вальку изучать вести, а потом обратно возвращаться. Уже 5 секунд. На край круга, да. Милики тоже выбираем. Люксар Лера. Люксар убежали, все под жопу. Трапы поставили под жопу. По валькам сыграли. Там... Ну, не трогайте, лок. Штукцы да. Не трогайте, окей. Я если что, блинк дам в печеньке. Можете выбивать печеньку. Не бойтесь. Только не бегите в лужи со мной вместе. Хорошо. Так, последнее оскверение вынесем и будем переводить лича. Разбежались на край. И веди лича к краю, там где лок стоит, элементарь. Определенно. Уже можно вести. Веди, веди, веди. Нема сейвы готовьте. Переводите. Все, массейвы нажмите. Не все только, давай Сенджикса. Ладно, хава отдал. Хава отдал. Окей. Прохильте, прохильте. Я духу. Все, окей, со сферкой выбегай, Джунчик, вы. Не Джунчик, а Аня, выбеги из рейда. Уже разбили сферу, там кто-то милик. Если вы так в хэмке будете стоять, когда у вас сфера идет, мы умрем. Воксар или Лера Бласт. Вон, видите, сфера, она убирает какую-то цель, идет в нее. Вам что, значит, выбирать стрейда, кого она идет. Следующего духа заберет этот сователь. Только на пульте. Тут еще много маны. Этот, Кусяо Иннер по скибиди. Чегим ничего не восстановит. Изморский попущи гуси. Духа добили. Под лицо к духу не идем. Сверху, но тоже на сверху не бегите. Не убегайте с этого края. Лича сюда веди на этот край, Сэндж. Нажми массейв, нажми массейв, трусователь. Сейчас жатва будет. Где жатва? Он живой в комнате. О, уже прошел? Заметь. Не спешите, не спешите. Сначала осквернение вынесите, а потом под спину. Трусователь ловит духа. Хотя я половлю под глыбой. Не идите только с этого, осквернения стрема. Все, идите все под жопу, я словлю духа. Трусователь тоже иди. Бля, я говорю, словлю слова. Да, из комнаты только вышел. А, я понял. Ну я тоже следующий, в принципе. Право-лево разбежались РДДшники. Милики тоже. Не спешите бежать. И в лужу не забегите. Войт Спирит, от него разбежались и все под жопу. Так, я не смогу словить следующего хиса, давай ты под баблом. Ловишь? Беги. Или трусователь. Давай, трусователь зубы. Похиливай. Нажми Сенджик Массей, пуси-гуси прохил. Пуси-гуси, тебе нужно будет сбить каст. Право-лево разбежались. 4, 3, 2, 1. Переводи. Следующие глыбы эти свои каст сбить надо. Дайте будет. Геру. Геру, да-да, можно, кстати, немножко, да. Было. Все, перебежали, я духов ловлю.
Берсашка не запустилась. Не сбил каску. Небо сдвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей ярости. Посмотрите на число ИП, пока не понимаете. А общий есть? Минус 1200. А это общий? Их обучил Фордринг. А этот это демон так дамажит сейчас? В ММБ? Нет, это да. Нет, это лов, это да. Духовно. Жестко. Давай быстрее пиздец, скотина. Не, он опаздывает меня. Слава, а ты сможешь это сделать? Угу. Что туда? На тебе гоня. Это. Слава, я тогда не ливаю с рейда. Как только шмотки разлипаешь, совсем 2400 не хватит. Окей? Только после того, как шмотки разлипаешь. Все, отдал Жене ответственность за добычу. И тебе лидера отдал. Сам побежал уже на работу. Мне ничего не надо. Только если ДС уже не можешь скинуть мне, пока я выхожу. Не, ничего. Значит, Славя, скидывай шмот. Я там упала. Не могу скинуть. Не могу, на мне нет. Есть. Я все забрал. Вот. А, я, блядь, Славя, но... Да. Ну ладно. На, лидер. Че, разъебать, пожалуйста, Слава, а потом минус твой. Ну, точнее, 2400. Спасибо тебе. Лэш. И почти. Да. Кинжал на распыл, да? Сто, 200 дальше. Защитник кому надо? Плюс. И чё упало, спрашивали? Прилив. Я просто вылетел. Так, бета-тестер Энха соберёшь. Завоеватель надо кому-то? Так. Давай пепелок соберешь демона, наверное. Так. Это демон в Т4 сейчас играет. Да, так прикалывалось. Че там, закончили пашить? Ставьте нормально, че вы там дрочитесь? Ставь нормально, у него там 6000, блядь. Yeah.